Рыбница. В парке недалеко от фонтана с лилиями появилась вишня шаровидная. Вот так она будет выглядеть весной, не хуже сакуры. Деревья посадили волонтеры. Садить дерево – это очень благородное дело. Я уже очень давно принимаю участие в различных экологических акциях и посещаю кружок «Юный натуралист», который проводится в нашей школе. А это молодой парк на Рыбницкой набережной. У воды плакучие ивы и вишни. Будет высажено около более 500 деревьев и кустарников, в Рыбницком районе более 600. В этом году на Рыбницкой набережной появилась система полива, чтобы молодые деревья не высохли. Это поручение президента. А это дубосары. И тоже зеленая акция. Начали с кургана Славы. В руках ведра, лопаты, рядом музыканты. Я живу в этом городе, люблю его и хочу, чтобы он был чистым и приятным. Юрий Мед – защитник Приднестровья. Пришел посадить деревья с супругой и тремя сыновьями. Младший Ваня тоже помогал. Это воспитывает детей. Для экологии очень хорошо, так как в наше время все загрязнено. Деревья – это все-таки кислород, свежий воздух. И детям весело, и взрослые собрались, ну и участники, защитники. Акция проводится по инициативе нашего президента Вадима Николаевича Красносельского. Была поддержана во всех городах и районах нашей республики. Сегодня это первый день в дубосарах. Хорошее настроение, музыка, хороший день, осень, еще достаточно теплая погода. Поэтому надеемся на то, что все деревья приживутся. Мы будем поливать, ухаживать и будем доставлять радость многим поколениям дубосарцев. Посадили деревья в дубосарском мамином парке и на полигонной. Это почти 300 кленов. В Бендерах акция на пустыре по Пионерской. Тут раньше были кучи мусора. Теперь будет новый парк. Клены, дубы, акации и рябины. Погода может быть и не очень хорошая, но настрой самый лучший. Мы здесь встретили уже своих друзей, очень много знакомых лиц. Я сюда приехал с мамой. Посадил уже как минимум два дерева акации обыкновенных. Они большие, в два раза больше меня. Когда я вырасту, я буду укрываться в их тени. Такие зеленые акции продлятся до 10 ноября. Каждый может посадить свое дерево.